В этом сезоне высшей лиги наша команда единственная представляет Евросоюз. А у нас в Европе проблемы слегка отличаются от российских. Да и весеннее обострение выглядит несколько иначе. Итак, представьте, свадьба шведской семьи. Так, ты кольца не потерял? Все три взял. Я даже 5 купил. Просто олимпийский год, на 5 колец скидка была. Так, мы пойдем утрясем последние детали. Ты мне не снишься, я тебе... Братан, здорово! Я как про свадьбу узнал, сразу на самолет и из Нижневартовска сюда. Слушай, а вот тебе в ЗАГСе скажут, целуйте невесту. С какой начнешь? И вот таких вопросов у меня к тебе 2. И оба начинаются, с какой начнешь? Ты мне не снишься. Да хорош тебе, ну. Слушай, это ж теща у тебя тоже 2 получается. Ну да. А вот убить захочешь. С какой начнешь? Да хорош уже, ну. Это супер свадьба, это же тесть с тестем подраться может. Здравствуйте, священника вызывали? Да, у нас все классически, нужно просто спросить, согласны ли вы. А у меня кто-нибудь спросил, согласен ли я во всем этом участвовать? Да не нервничайте, вы работаете только для Юлии и Дениса. К нам с Денисом придет другой человек. Здравствуйте, у нас все готово. Тогда по местам. Шведская семья! Ну пойми, дед, дело молодое. В мое время это было дело уголовное. Хотя, по правде сказать, и у меня 2 женщины было. Да, не одновременно, конечно, и по разные стороны фронта. Но вектор-то общий! Ладно, дед, пойдем, там гости собрались иди, уже. Иди, я посижу пока. Горько! Горько! 1, 2, 3, 4, 5! У-у-у! Поменялись! 1, 2, 3, 4, 5! Дед, ну что ты сидишь один? Пойдем! Да ладно! 1, 2, 3, 4, 5! Дорогие друзья, наверное, от сюжета нашего стема и вправду немного веет весенним обострением, но это не главное. Главное, что сегодня 2 девушки в этом зале станут счастливыми. Эти, что ли? Нет, вот эти. А-а-а.